Ребят, всем привет! С вами канал Style Gadget. Я делаю обзор посылок из США. Это у меня официально 10-й по счету номер. Если так, не считать того, что ранее я не делал обзоры, то, скажем так, может быть, даже и 30-й будет. В общем, посылка пришла весом 1,7 килограмм. Всего за 8 дней. То есть, извиняюсь, 30 декабря. Завтра у нас Новый год. Вот я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Вот, сейчас будем распаковывать. Здесь у меня в этой коробке должна быть Apple продукция. Два айфона и одни часы Apple Watch. Давайте откроем. И узнаем, что внутри. Отправил 24 числа, то есть 24 числа она была, выехала из США. Вот. Так, это у меня для, давайте, это у нас для Apple Watch. Дальше. Здесь у нас сама коробка, где у нас лежат сами часы. Так, ага. Тут у меня письмо от продавца. Это, судя по всему, здесь должен быть у нас iPhone 6 Plus. Конечно, скажу, в этот раз мне смухлевали. В такую огромную коробку положили три девайса. И все, вот это вот. Ну, я согласен, да, что она не... чтобы у нас она, скажем так, хорошо была доставлена. Это да, это большой плюс. Но единственный минус, то, что уже сама коробка грамм 300, наверное, весит. То, что уже утяжеляет и увеличивает на вес коробки. Так, ну давайте с самих часов. Вот такая вот у нас коробка. Такие вот у нас часы. Здорово. Это я заказывал 42 мм, Spice Grey цвет, спорт, силиконовый ремешок. Как включать, я даже не знаю. Возможно, будет такое, что на нем села батарея. Давайте мы поставим на зарядку. Так. Это вот у нас на магнитик сел. Здорово, что у нас такой длинный ремешок, не так как на телефоне, какой-то полтора метра, наверное, длина. Так, сейчас мы вставим, пока будет стоять зарядка, и мы будем открывать другие девайсы. Хотя, конечно, мне должен был, обещал продавец, что отправят еще коробку основную, бумажную, которую. Но так как ее не было, возможно, даже мне ее не вложили, то, что, может, не влезло. Так, ну давайте с iPhone 6 начнем. Ага, золотого цвета. Объем памяти, сейчас посмотрим, 16 гигабайт золотого цвета. Так, угу. Это у меня здесь он вложил код. Так, наушников не было, как заявлено. Так, и наш телефончик весь в идеальном состоянии. iPhone 6 Plus я еще не получал золотого цвета. Давайте включим. Так, смотрите, еще это я забегаю вперед. Мне еще также вложил такой суперский ремешок для Apple Watch. Это я попросил своего друга Робинсона. У него были тоже, есть у него тоже Apple Watch часы. И как он мне сказал, они ему не нужны будут. Он мне это в качестве подарка сделает, так как я с ним сотрудничаю, он мне сделает подарок. Правил вот такой вот ремешок. Так, и 6 плюс, давайте скроем. Оп. Да, он у нас Spice Grey, как было заявлено. Так, скажу я вам, ребят, телефон модель A1524, то есть он будет поддерживать 4G сети.
То есть многие говорят, вот, типа, телефон США заказал, а у него не будет работать 4G. Обращайте внимание, модели A1524 это 6+, и A1586, тоже это шестерка, они поддерживают сети LTE. В общем. Так, здесь у нас наушники. Наушники простые, не AirPods. И убитый кабель. Так, все, что где-то мне нужно было. Ну, это как у меня была договоренность изначально. Вот они все это вложили. Так, пока у нас идет зарядка. Попробуем включить наши часы. Так, заряд идет. Так. Все это у нас включилось. Ну, обзор самого я вам айфона не буду показывать. Моя задача стояла, что мне должно было прийти, какие у меня телефоны. Один из этих телефонов, iPhone 6 золотой, да, который 16 гигабайт идет, это у меня подписчик, у нас была с ним договоренность, что я заказываю и отправляю его город. Сейчас, так как я нахожусь в Казани, он с соседнего города, я повезу и ему отдам уже в руки. Вот. Если также вас заинтересует, заинтересует заказ какой-то, мы можем с вами договориться, напишите мне. Со мной вы также можете связаться ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Все ссылки есть под описанием. И все там, может быть, можете со мной, в общем, сообщить. Давайте немножко подождем. Может быть, успеет у нас включиться. Если уж не успеет, будем ждать. Если вас заинтересует, если вы захотите... Да, я думаю, что это не получится сейчас. Если вы захотите, чтобы я сделал, выложил обзор самих этих часов, я буду рад. Если вы мне напишите, я сделаю после этого обзор. Вот. Ну, на этом я заканчиваю видео. Всем с наступающим 2016 годом. Всем счастья, здоровья, успехов. Вот, и все. Всем пока.